Привет всем, это Слава из города Нейплс, штат Флорида. Сегодня Крисмас, 25 декабря. Я нахожусь в Южной Франции, совсем недалеко от Марселя. Вчера гулял по Марселю целый день, но забыл с собой и телефон, и камеру, все забыл. Короче, ничего не смог снять. Чисто вам показать. Но сегодня мы поехали в горы. Вот. Совершенно небольшая деревушка, явно туристическая здесь, но виды тут, конечно, шикарнейшие. На самом деле, я когда-то в таких же горах обитал, но это было в штате Юта, там нету Средиземного моря, как говорится, и поэтому, конечно, вид совершенно другой. Но горы точно такие же, ну вообще один к одному. И вообще природа сама по себе. Вот там интересные такие бангалоус, деревянные домики. Вот для людей, которые хотят отдохнуть. Ну а здесь же маленькая деревушка, небольшая бухта совсем. Ну и, соответственно, тропы такие чисто горные. Забирался. Вот. По горам. Вот показываю прямо здесь. Вот так что, конечно, очень красивое место. Редко в таких местах бываешь. Так что вот вам заключено. Целых будет 3 видео. Можете посмотреть с разных углов, так сказать, как все это здесь выглядит. Ну все. Всего хорошего. До свидания.